Городок Грин-Хиллз. Тихое и приятное место. Слишком тихое. Но не настолько тихое, как в библиотеке. Я дал обещание, что верну эти священные томы, иначе Мэдди опозорит с прострочкой. Это короткий путь. Наклз и Тейлз не догадываются, что на свалке творится что-то таинственное. С кем ты говоришь? Я наготове! Крутые персонажи делают так в детективных фильмах. Я хочу иметь двойную роль. Наклз был красив и силен, намного силен, чем Соник. А Тейлз всегда готовый и сосредоточенный. Рассказ Тейлза был настолько слабым и грустным. Шш! Здесь мы ведем расследование. Уэйд сказал, что здесь были странные звуки этой ночью. Апгрейд, апгрейд, нужен апгрейд. Нужно больше апгрейдов, чтобы завоевать мир. Это один из дронов работника. Он пытается улучшить себя. Он не ровня мне. Биологические препараты обнаружены. Священные томы. Ребят, нам нужен план. Тейлз, займи позицию фланга. Наклз? Наклз притворялся, что слушай, вперед. Я готов первым атаковать. Ты уже готов? Стой! Время для Наклз-сэндвича. Посмотрим, насколько ты быстрый! И раз, два, три, и... победа! Я надеюсь, это не сделает ничего такого. Еще нет. А, глаза! Не волнуйся, Соник, Тейл спешит на помощь. Упс. Остановите программный блок доктора Роботника, чтобы он думал сам за себя. Самое интересное. Ваша скорость не идет никакое сравнение с этим подразделением вычислительная сила. Ой, Тейл, слышу! Вперед, вперед, вперед! Подразделение одержало победу! Соня, сделай что-нибудь! Я бы хотел, но мне ноги связали. Они еще связаны. Как делишки? Прежде чем взорвешь нас, могу задать вопросик? Никто раньше мне не задавал такого вопроса. Очень интересно. Мне интересно, зачем ты это делаешь? Вычисление юнитов — это завоевание мира. Звучит как работник. Ты можешь подумать, кем ты хочешь быть? Вы увлекаетесь, что такое юнит? Ну, ты, видно, специалист в дизайне. Ты делаешь мебель на заказ? Страсть юнитов — это поэзия. Так почему бы тебе не покорить мир поэзией? Мы с удовольствием послушаем твои поэмы. Нет, я не могу. Возможно, это слишком личное. Но если вы настаиваете на стремлении его подразделения сокрушить всю оппозицию, халифат упадет с небес, как облако оружия. Не трогай его! Наклз, стой, остановись! Я не слышу тебя через звуки бьющихся кулаков. Стой! Не нужно все решать кулаками! Но я хорош в ударах. О, парень, он больше не убийца. Он перешел на хорошую сторону. Это не было мое наилучшее стихотворение. Спасибо за деструктивную кричку. Ты в порядке. Соник, мы можем его взять с собой? Я не уверен. Он больше неплохой. Ты будешь за него ответственен, Тейлз. Будешь убирать за ним и менять батарейки. Моей батареи хватит на 1 миллиард лет. Я не доверяю этому мусорному ведру. Он очень творческая личность, он в порядке. Скоро юнит овладеет поэтической формой и мир съежится. Вы будете первым, кто падет перед профессионалами этого подразделения. Не, ну увидите, он все еще злой. Это несправедливость по отношению к книгам Мэдди. Так и закончилось приключение команды Соника. Но это только начало. Следующая миссия — купить челедок по дороге домой.